выпуск Old Hard можно посмотреть на любой редакции первой Sony PlayStation, при условии, что вы сможете заставить ее прочитать самописную болванку. Ссылка на образ диска находится в описании к видео. И сегодня я расскажу вам, как самостоятельно изготовить такой видеодиск и какие проблемы будут подстерегать вас в процессе. Но сначала немного истории, теории и, конечно же, заставка. Я думаю, все в курсе, что первая PlayStation умела проигрывать видео. Помогало это делать модуль центрального процессора Motion Decoder, поддерживающий видео в формате, похожем на Motion JPEG, и способный выдавать в районе 30 кадров в секунду в разрешении 320 на 240. Хотя в реальных играх авторы обычно либо использовали более низкое разрешение и меньше часов кадров в секунду, либо накручивали свое, более эффективное сжатие, либо делали и то, и другое одновременно. Но мы сегодня поговорим не про игры. Дело в том, что в начале 2000-х, а может уже и в конце 90-х, отечественные пираты начали продавать диски с фильмами под первую PlayStation. И тут есть важный нюанс. В 93-м году появился формат под названием Video CD, подразумевавший использование кодека MPEG-1. И первая PlayStation могла воспроизводить такие диски только с помощью аддонов типа PS Movie Card, подключаемых в параллельный порт, который еще и был убран из поздних редакций. Исключением является белая модель 5903, в которую чип для декодирования Video CD был встроен изначально, но к нам эту ревизию массово не завозили. Тем не менее, наши пиратские видеодиски работали на всех местных консолях, потому что не являлись дисками стандарта Video CD. На них вместо игры помещали простенький видеоплеер и файл в формате, адаптированном для проигрывания на Motion Decoder. Образов таких дисков в сети сохранилось не очень много, но все найденные мною и скинутые зрителями имели идентичное содержимое. И тут я подумал, а ведь из этого можно сделать собственный диск с видео, просто заменив видеофайл на свой. Результатом стала подборка утилит и простенький скрипт, позволяющий буквально в два клика из почти любого видеофайла изготовить образ подобного видеодиска. Правда, ключевая для всего процесса утилита была найдена только под Windows, да и она работает не то чтобы идеально, но об этом чуть позже. Использовать эту сборку очень просто. Для начала нам нужен видеофайл любого формата и разрешения, который сможет переварить утилита FFmpeg. Хотя, учитывая ее возможности, я мог бы, наверное, не перестраховываться и сказать, что можно взять практически любой видеофайл. Перетаскиваем видео на скрипт и ждем окончания конвертирования. После обработки откроется Sony Movie Converter, в котором нужно будет просто нажать на кнопку Go внизу экрана и еще немного подождать, но в этот раз ждать придется намного меньше. Когда утилита закончит свою работу, самостоятельно закрываем ее, еще немного ждем, пока консолька скрипта не закроется, и вуаля! В папке со скриптом появилась пара файлов с образом диска, где одна минута видео превратилась в примерно 22 мегабайта данных. Все готово, образ можно закидывать в эмулятор или записывать на болванку. Конечно, фраза пиратов про DVD-качество является не более чем художественным преувеличением. Картинка, пожалуй, не дотягивает даже две VHS-кассеты. Про видео CD или DVD вообще молчу. Конечно, частично на такой результат влияет использование аналогового видеовыхода. Если проиграть видео через эмулятор, картинка выглядит получше. Но с другой стороны, я записывал видео на реальной консоли через S-видео кабель, в то время как у нас нормой было использование композитного подключения. Счастливчики, наслаждавшиеся RGB-шным подключением через карт, наверняка встречались, но для большинства получить в реальности качество картинки с эмулятора было нереально. Впрочем, человек способен привыкнуть ко всему, и за неимением альтернативы смотреть кино можно и так. Ну и раз уж пираты такие диски штамповали, значит спрос был. Опять же, справедливости ради должен отметить, что качество звука тут вполне приличное. Реалистично гипертрофированная графика, крупные спрайты, множество слоев, эффектов, мегаплавная анимация и куча прочего наслаждения для глаз. Кстати, вопрос, будет ли работать такой диск на PlayStation 2, пока остается открытым. У меня он не заработал, но возможно это проблема конкретной болванки или консоли. Ну а теперь заглянем под капот процесса создания образа такого диска. На первом этапе мы конвертируем видео в формат несжатого AVI файла с разрешением 320 на 240, 15 кадрами в секунду, а также несжатым звуком максимального качества, на которое хватит мощности консоли и производительности ее привода. В интернете, кстати, обычно советуют разделять аудио и видеодорожку на два отдельных файла, но я проверил. В варианте с одним файлом никаких новых проблем не возникает, а вот возни выходит гораздо меньше.
Кстати, вот этот вот жутковатый кусочек команды отвечает за добавление файла черных полей, если исходное видео было не в формате 4:3. После пережатия запускается утилита, поставляемая самой компанией Sony для конвертирования видео в формат для того самого Motion Decoder. Самая ранняя версия этой утилиты, что мне попадалось, была еще 16-битной, под Windows 3.1. Но мы сейчас используем самую свежую 32-битную версию, датированную апрелем 99 года. Причем при желании вы можете не пользоваться готовым скриптом, а самостоятельно поиграться с параметрами преобразования. Ну и в конце стартует третья утилита. Современная опенсорсная система сборки образов дисков под первый PlayStation. Значим их тут буквально три строчки со списком помещаемых на диск файлов. Видеоролик, плеер, а также аналог авторан файла, просто указывающий консоли, какую программу нужно будет запустить при вставке диска. О хорошем мы поговорили, теперь переходим к проблемам. Проблема первая в соневском конвертере, который может прочитать только что-то в районе 9000 кадров. При частоте в 15 кадров в секунду это дает нам максимум в районе 10 минут видео. Этот конвертер не может, ну ладно, найди другой. Окей, я нашел другой конвертер, но он тоже прекращает видеть кадры где-то в том же районе. А почему бы не использовать еще более другой конвертер? Может потому что его нет в сети? Умники, блин, нашлись. Вот, блин, серьезно. Я смог найти ровно две утилиты, способные преобразовывать видео в формат, подходящий для первой Sony PlayStation. И да, неджатые исходники я пробовал делать различными путями, например, Virtual Dub'ом и Sony Vegas'ом, но это не помогло. Я вот подумал, а может дело не в числе кадров, а в том, что эта утилита использует устаревшую версию AVI и не понимает файлы больше 1 гигабайта. Это вариант. Ну, давай попробуем снизить разрешение, чтобы файл стал меньше весить, и посмотрим, что из этого выйдет. Действительно, теперь утилита ругается где-то в районе 15000 кадров, а не 9000. К сожалению, наш пиратский плеер, похоже, захардкожен под разрешение 320 на 240, и при использовании иных вариантов кино не будет. Но даже если бы он все-таки заработал, это не было бы полной победой. Ведь со снижением разрешения снижается и качество картинки, поэтому суть первой проблемы остается неизменной. Вторая проблема связана с пиратским плеером. Он умеет проигрывать видео и перематывать его с помощью крестовины, но на этом его полномочия заканчиваются. Не показать тайм-код, ни даже поставить воспроизведение на паузу он не может. Серьезно, почти все кнопки геймпада не делают ничего. Исключением является X, который нафиг вешает консоль. Есть подозрение, что пираты взяли плеер из какой-то оболочки, в которой по нажатию X происходил возврат в меню. А тут никакой оболочки нет, поэтому и нажатие просто завершает работу приложения. Epic fail. Нет, в принципе, конечно, можно ставить воспроизведение на паузу простым открыванием крышки консоли. Плеер умеет продолжать воспроизведение с нужного момента после такого маневра. Но, сами понимаете, это все-таки не самое удобное решение. Что ужаснее всего, этот плеер встречается на всех дисках, что я смог найти сам, и что мне скидывали зрители передачи. То есть, получается, либо такими дисками занималась только одна пиратская контора, либо пираты брали этот плеер из одного источника. Возможно, они даже пиратили его друг у друга, сильно не удивлюсь. В комментариях мне писали, что были диски, в которых пауза работала нормально, но мне их отыскать не удалось. Конечно же, только одним этим пиратским плеером дело не ограничивается. В интернете я нашел еще минимум два плеера, позволяющих поместить на диск несколько видеофайлов. Один из них предлагает текстовую менюшку, второй — графическую, в которой можно подставить собственный фон и сделать превьюшки для видеофайлов. Что еще круче, второй плеер умеет проигрывать видеофайлы последовательно, один за другим, и таким образом можно обойти ограничение на размер одного AVI-файла. Под это дело я написал альтернативную версию скрипта, которая режет входной файл на 4 видяшки по 8 минут каждая, после чего последовательно сжимает каждый из файлов и конвертирует его в нужный формат. Используется он абсолютно аналогично предыдущему скрипту, так что теперь вы сможете уместить на типовую болванку до 32 минут видео в разрешении 320 на 240. При этом скрипты еще можно улучшать по многим параметрам. Скажем, видеофайл длиннее 32 минут можно было бы автоматически разбивать на несколько отдельных дисковых образов. Да и весь этот метод в целом довольно костыльный. Например, в местах перехода от одного файла к другому может спотыкаться звук. Тут все также отсутствуют тайм-коды и пауза, хотя нажатие на X теперь приводит не к зависанию, а к простому выходу в главное меню. Перемотка тоже работает кривовато. Во время нее плеер может подвисать или в принципе отказываться перематывать дальше какой-то главы. И опять-таки, все эти проблемы решаемы.
Можно засучить рукава, вооружиться уже ставшим общедоступным соневским SDK и написать на языке C собственный видеоплеер с блэкджеком, перемоткой, паузой и тайм-кодами. Можно разобраться в документации по формату видео и написать собственный энкодер без ограничения на 9000 кадров. Все это вполне реально сделать. Но я этим заниматься не готов. У меня сейчас нет в нужных пропорциях желания и скиллов. Свободного времени. Угу, конечно же. Но если вы захотите этим заняться, или найдете человека, готового погрузиться в эту тему с головой, то все написанные мной скрипты, найденные утилиты и материалы по теме будут собраны на GitHub'е. Ссылка в описании к видео. Ну и на сегодня это, пожалуй, все. Спасибо за внимание и до скорой встречи. Пока! Новые выпуски передачи выходят при поддержке зрителей, в том числе с помощью сервиса Patreon. Также очень помогает, когда вы ставите лайки, подписываетесь на канал, не забывайте про колокольчик и делитесь видео с друзьями. Спасибо за вашу поддержку.